Итак, всем привет, и с вами снова Император Prime, командир клана Рейнс. В данный момент клан катает укрепрайоны, естественно, прокачиваем всякие здания. Вот, бой и начинается. У нас сейчас бой на Карелии. Ну, видно, 5% на победу. Как говорится, хули больше говорить. Но есть одно но. Клан Рейнс никогда не сдается. Стата не всегда показатель. Я это в многих видео говорю. И во все остальное таких историях. Что стата — это все просто голимые понты, набитие статы на первых-вторых уровнях или там КБ. Вот смотрите, что происходит в данный момент. Опа, выцеливаем. Не выцелил борщик. Но что делаем? Просто пацаны, короче, в наглую просто едут. На 455. Просто вот сюда. Все стоят, один танк светит, остальная группа работает по засвету. Первая ошибка вообще, полевик дебил. Один из топ-кланов, вы сами видите, все просто зеленые, бирюзовые. Вот, там, 55-56 стата. В общем, ну да, типа там нам, да, у нас там 51, короче, 50. Вот. Ну, естественно, наши пацаны скоро будут зеленые однозначно, потому что боев еще пока не сильно уж много, там 12 тысяч, 8 тысяч, 3. Вот, ну, результаты довольно пацаны слабые. Ну, как вы видите, что мы делаем? Тут вообще длился ФЦМ, типа думаю, да, хули я ж ФЦМ, сейчас я заеду один, разберу вот эту всю нахер группу, нахер, просто ушатаю одним мизинцем. В общем, короче, тупо один едет на толпу. Ну, дебил. Полевик вообще непонятный. Какой-то придурок или там набухался, или еще что-то типа того. Вот, короче, пока одного нашего убили, Т-34-очку. Итак, уже 1-2 счет. Уже двоих наших хлопнули. Нормально. Ну, у них тоже довольно еще шотов. Счет 2-2 выравнивается. ФЦМ самоуверенный, как Стивен Сигал, отправился в ангар. Счет 3-3. Работа по фокусу. Просто никто не забывает об этом. Борщик аккуратно переводится на 90-ка, но пока бесполезно. Лучше добрать еще одного шота. В общем, вы, кто смотрит меня, и на канале много видео всяких таких разных есть, которые, ну, скажем так, много таких, 5% на победу, там, всякой такой фигни, что мы просто так нагибали, разрывали таких пацанов, короче, и фактом, в чем прикол качания вот этой статы, вот этого всего, если получать люлей, скажем так, от слабых по стате и всего остального. Ну, то есть, короче, статисты насасывают по полной, короче, их лошад, ну, как просто зеленая лошадь, это зеленая раса, что-то типа того может назвать, не знаю. Это, если бы это просто один бой был, я бы еще согласился, но это ж не один бой, просто не один бой. Итак, выцеливаем еще, борщик косит немного, став, ну, ничего страшного. Ну, еще блюха. Красава. Опять стреляет облегченка по большу, так и хочет убить борща. Но счет 4-3. Никто не сдается. Ну, уже просто вслепую накидываем. Ну, клан тащит. Все равно понемногу, потихонечку продвигаемся. С глобалочками, с укрепрайонами. Ну, клан двигается. Пока на сегодняшний день, ну, уже в 2500 клан вошел. Место клана 2500 из практически 50 тысяч кланов. Ну, и это всего лишь там за... Пока где-то в районе 45 дней. То есть развиваемся, все у нас будет в порядке.
просто стоит немного времени. Вот уже счет 5-3. Опа, S3 боеукладку выносит. Боеукладка повреждена. Скорость перезарядки снижена. Ремонтируется. Ну, в общем, никто не хочет сдаваться. Как-никак, ну, уже немного топов выбили просто. Не то, что выбили, вышатали нафиг. Враг обнаружен. Просто какая-то у них рандомная такая херня, скажем так. И все. Уничтожен. Счет 6-3. Пацаны тащат. Больше красава накидывает, накидывает понемногу. Обнаружен противник. Выцеливаем, выцеливаем, выцеливаем врага. Ну ничего. Поехали дальше. Поехали дальше, ребята. В общем, у нас остается один этот танк 1390, которого просто уводили с группы. Надо его сразу убрать. Если есть такая возможность, то почему бы и нет. Его ушатать нахрен и все. В общем, 90-ик наш пошел там в алло-ололо раш. И естественно, короче, это дает свои плоды. 90-ик уходит в ангар и насасывает. Просто насасывает. Осталось только теперь зажать волка в угол и просто его отпиздить. Хорошо так хорошенечко отпиздить палкой. Чуваки уже не знают, что делать. В общем, думали, деф будет, тут еще что-то. Борщик еще дает плюху, уже 3 косаря дамага. Нормально. Еще 2 секунды и, может быть, он отправится в ангар. Еще плюха, не попал. А много, конечно, выстрелов таких делает, что можно было, конечно, не стрелять зря, а чисто работать по засвету. Все, забрали 8-4. Итак, как вы видите, 5%, 5% превратились для выживших в 89. То есть, вы понимаете. Вот так вот клан Райнс тащит. Враг обнаружен. Все, остался один артобипер. Вот сейчас его заберут и все, а-ля улюй, буксуй, буксуй, артишка. А клану ПЗЕД посоветую поменять полевика. Ну, чтобы не стыдно было выходить в укреп район и не сливать просто слабее кланом, а по скиллу, по всему. Вот так вот. Ну, в общем, нам надо вот так сделать. А то мы так и не догоним арт. В общем, вот так вот, парни. Клан Рейнс нагнул топовый клан в укрепчиках. И много таких видео там еще. Кому понравилось, подписываемся на канал. С вами был Император Пранькова, дед клана Рейс. Всем удачных нагибов. Всем пока.